Как известно, алкаши попадают в ад. Вот. Так вот, если... А он же положительный. Он... И как? И он будет сатаной там, и Господь что, и его убьет? А он же хороший, он только водку, он как бы более ничего, собственно. Вот. Ну, пожалуй, вопрос в этом. Спасибо, я закончил. Не, ну алкаши реально жалко. Я думаю, что если нам с вами жалко алкашей, то Иисусу Христу жалко их еще больше. Поэтому за алкашей можно не переживать. То есть, если такие плохие люди, как мы с вами, алкашей жалеют, то Христос их жалеет больше. В общем, с алкашами все в порядке. По-моему.